Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве ZTE Blade V8 Lite получить доступ к настройкам разработчика. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «О телефоне», находим строку «Номер сборки», тыкаем по ней пальцем несколько раз, пока не появится сообщение «Вы стали разработчиком». И теперь мы можем найти наши настройки для разработчиков в разделе «Дополнительно». И вот у нас тут появился раздел «Для разработчиков». Вот они все наши суперинтересные настройки разработчика. Также вы можете их здесь отключить, и после этого они пропадут из списка настроек. Ну, когда-то там пропадут точно. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!